Это на канале Сахалов. Сегодня попробуем пройти по следам ритм секции. Ну, не знаю, вряд ли у нас что-то получится. Но все-таки мы попробуем. Супер сильная конгушка против моей супер слабой конгушки. У меня 15, у него 18. Какого? 18. Это что, собор? Мы ее что-то отсняли там, может, что? Нет, мы сдохли. Так, рейфик у меня пахнет, а нет? И она помрет. Сейчас дирж пройдет, фигачит меня. Ух. А ну? Странно. Мы сейчас узнали, как вывести нового персонажа. Но это мы расскажем о нем и покажем о нем в следующем видео или в этом. В следующем? Окей. Это будет маленькое такое видео, как мы прошли эту дурацкую конкушатину с арбузиком. Сейчас такая всех вырубает. Рифт, может, и вырубит откуда-то. Уф, ну что? Рифт, у меня же битый уже. Нет, она не жесткая, но я смогу вырубить. Это проходили очень-очень долго. Господи, даже в самом интересном моменте нужно поставить какую-то тупейшую экран. О, нам дали трофей. И теперь наша конгушка сменит свои крылышки на арбузик. Оп. По-моему, эта овечка повторяет. Не нравится. Ладничок получилось. Ну и ладно, давай в этом видео сразу. Ладно. Расскажем нашим подписчикам. У тебя 3 монстра и 6. У меня почти что 5. Смотрите, тут обнова. Появился новый монстр. Вот он. Его зовут Блияник. И этот Блияник выводится крафтом. Придется промотать двух стравоков немножко. Здесь мы тоже промотаем стравок и попробуем сейчас вывести блиянника. Блиянника. Он выводит крафтом катализатор плюс гуджуб. Давай гуджуба сделаем 15-м, потом на 14-й. Я тоже еду просрал сегодня. Это на ты, потому что хотел какой-то дурацкий ловачок прокачать. Это катализатор? Катализатор делается 9 часов, ты чего? Ну ладно, не получилось у нас. Ну, в общем, крафт вы теперь знаете. Да, это катализатор плюс гуджуб. Тогда вы сможете вывести нового. Монстрика. Где-то тут пишет, наверное, про него. Только сложно найти про него, сколько дадут чего за него. Внизу. Ищи вот. Вот, 10 бриллиантов за его выведение дадут. А вот это Спороборье. Споробья. Это зовут вот этот вот, который его зовут Споробья. Это зелененький, который. Вот это. В общем, видите? Что? Такие классные монстрики. Теперь здесь есть. А вы были на канале Сахалов? Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Всем пока-пока.